Музыканты, продавцы, учителя, студенты и пенсионеры из Спасска Дальнего последние два месяца по вечерам бежали не домой, а на театральную репетицию. Здесь открылся 4-й в Приморье народный театр. И в минувшую субботу произошло то, над чем все народные артисты так долго трудились. Премьера спектакля «Проснись и пой» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфарша. Проекту уже 2 года, Марина. Да. 2 года, когда мы начинали. Наверное, начинается всегда, ну, как-то... Начинаешь, и силы очень много, да, и когда ты идешь уже дальше, хочется эти силы не растерять, потому что продолжить это гораздо, ну, наверное, с какой-то стороны даже сложнее, чем начать. И вы знаете, вот до сих пор, наверное, в нас с Мариной и вообще всех причастных к этому проекту сидит, наверное, вот эта интрига, получится или не получится здесь. Надеемся, что спектакль будет принят. 2 месяца активной работы для спасской труппы в 16 человек. Читка, примерки, репетиции пролетели как один день. И вот он самый волнительный момент – премьера. Уже по количеству зрителей в холле понятно, что в Центре народной культуры Приморья в Спасске аншлаг. Музыкант, директор Дома детского творчества Евгений Плутов одним из первых пришел на кастинг и сразу получил главную роль. Мой герой – это такой уже в годах мужчина, который... Неожиданно вдруг воодушевляется, влюбляется в молодую девушку, у которого так немножко путаются понятия берега и ориентация по жизни. Вот, но в итоге все-таки в результате он понимает, ему это помогают другие персонажи понять, он всю эту любовь и воодушевленность и вдохновленность, он адресует своей супруге. Но я жду, чтобы эта жизнь не угасала, а только развивалась, чтобы нас становилось больше актеров, становилось больше постановок, и в городе появились свои настоящие профессиональные режиссеры-постановщики. Все ожидания оправдались. Народные артисты из Спасска достойно отыграли спектакль. Это тот толчок в области культуры, в народ именно, я думаю, он сейчас нужен, чтобы люди чуть-чуть хоть разгрузились. И я думаю, что те люди, которые будут в зале у нас сегодня, ну, примкнут в ряды тех народных артистов, я даже уверен. Поэтому спасибо еще раз за проект, за то, что выбрали Спасск, всегда рады. И я уверен, все получилось уже. И будет только еще лучше и лучше. И все-таки главный профессиональный совет народные артисты из Спасска получили от театрального гуру, художественного руководителя Приморского академического театра имени Максима Горького Ефима Звеняцкого. Вот взяли и появились театры. И количество народных артистов теперь, помимо города Владивостока, прирастает. Я ехал в машине и думал, сколько же народных артистов стало. А теперь еще плюс... Человек 90, оказывается, все театры, которые вбирают в себя. И более того, сегодня они все почти окажутся здесь, в зрительном зале. Это с чувством почтения относится к тому, что будут делать люди, которые тоже никогда не выходили на сцену и представлений не имели о том, что такое театр, и насколько уже сегодня, сейчас они в эту историю приближают себя. Анастасия Полетаева, Наталья Фадеева, Денис Фадеев. Новости на 8.